В Рязани прошла конференция по выдвижению кандидатов от партии «Новые люди». Партию будут представлять 20 одномандатников и 79 списочников. Само название партии говорит о главных направлениях деятельности ее членов. Мы смотрели, кто действительно хочет что-то делать для людей. Прям такой вот первый критерий, что человек не только хочет, но и уже сделал для людей, какой у него уже есть такой социальный капитал. И второе, ну кто он сам в жизни, насколько он состоятельный, вот человечески, что он уже успел сделать. И получилось, что у нас прям очень хорошие кандидаты, сильные. Зарегистрированная 1 марта 2020 года партия уже заявила о себе, в частности, в нашем регионе. Например, по результатам акции «100 добрых дел» волонтеры, сторонники и кандидаты партии провели уборку прибрежной зоны и почистили фонтан в Касимове. В Новомичуринске привели в порядок территорию у мемориальной доски с именами воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Раздали продуктовые наборы нуждающимся. Привели в порядок остановочные комплексы в Шилово, а в Рязани и районе закрасили более 500 надписей с рекламой наркотиков. Они уже добрались до тех насущных проблем, до которых сотрудники муниципалитетов не могли добраться годами. Партия наша тоже имеет такой свой потенциал. Это партия людей, которые образованные, которые умные, которые ищут, как состояться в жизни, что сделать хорошего. Это партия, которая хочет обустраивать Россию. И делает это много лет. Своих кандидатов в городские и областные думы партия выдвинула в 12 регионах страны. Среди рязанских одномандатников владелец пабликов в соцсетях Анатолий Тверитнев, спортсмен Алексей Шаев, предприниматель Нелли Лукашова, директор Центра развития детей и молодежи «Пламенный» Алексей Ширяев и другие. Напомним, выборы в областную думу пройдут 13 сентября.